Так, я пришел. Почти вовремя. Почти успел. Я кушал просто. Привет всем. Привет всем. Спасибо всем, кто пришел. Сегодня у нас очередная жертва моих художеств, так сказать. И сегодня очередная дама. Дама. На этот раз голубоглазая. Дама. Привет, Совушка. Так и знал, что это ты меня тут ждешь. Мой преданный зритель. Спасибо большое.
Так, музыка наверняка орёт. Сейчас я потише сделаю. Так. Это есть. Сейчас тыквы напишу. Не хож на стрим. Так, тут все настроено у меня. Тут я руку лепил. Так, это надо сохранить отдельно. Сюда куда-нибудь. Не помню, как с персонажа зовут. ББ. Вот тогда была мелодия жуткая, да. А теперь, а сейчас какая заиграла, слышишь? Хотя с моим ужасным качеством звука на трансляции это сложно сказать, что не то. Блин, смеешь хэда. На. Твое любимое слово теперь, да? Заразили тебя этим намана. Наманая. Какое-то смешное слово. Так, 21.03, значит. Наман, как у тебя настроение? Как у тебя общее положение? Все же хорошо? Ничего не болит? Самочувствие, голова, не голова, все, вот, все дела вот эти вот, которые важно, чтобы были в порядке. Наман. Наман это плохо. Точнее, не плохо, а недостаточно хорошо. Нужно, чтобы лучше было, чем намана. Я требую. Намана. Дами намана. I feel намана. Уклемана. Намана это мало. Ты сама понял. Намана это мало. Намана это даже не, блин, это не хорошо, это же не хорошо, это намана. Ну ты же сама понимаешь, что намана это недостаточно. Намана это намана, но недостаточно. Намана. Вот проблема в том, что намана это не значит хорошо. Не усложняй. Интересно, у нас сегодня получится что-то достаточно хорошее сделать. Бу-бу-бу-ба. Да ты боё. Так, кто-нибудь нас сегодня, интересно, еще посетит? Самый главный зритель, слава богу, здесь. Солушка Чан на месте. Такой у меня желтоватый экран, так странно. Если честно. А, я хочу еще в стрим включить на Watch Me Work. Я там 1000 лет не стримил. Watch Me Work. Логин. Старт стриминга, 3D. О, он даже сохранился, мои предыдущие эти ссылочки. Почему здесь это ушло?
Every day, one hour speed good. YouTube link here. Так, где YouTube link у меня? YouTube link вот тут. Поделиться. Так, сделать стрим фичер, то пофиг. Окей, на мана, допустим. У меня там даже старая инфа сохранилась, то что мне 21 год. Извините, это в WhatsApp. В WhatsApp написали. Так, надо прям за счетом наблюдать. Так, все, я могу продолжать. Так, надо вспоминать главные какие-то фишки, которые я забываю сделать в итоге на более ранней стадии. Какие-то моменты, которые потом я такой, блин, если бы я сначала заметил бы, это было бы гораздо круче. А теперь уже поздно это добавлять, вот такие вот фишки. Так, она, у нее должна быть морда такая с хитринкой, хитрая морда должна быть, хитрая. Слово х, это начинает с буквы х, хитрост. Так, хитрушая. Наманная. Главное, чтобы она оставалась наманной. Все должны быть наманными. Наманными. Быть наманами — это намана. Чем более ты наманный, тем больше у тебя друзей. Наманность — это состояние души. Чем наманнее ты, тем наманнее world, мир. Намана — это философия. Философия жизни намана. Я как будто толкаю какой-то свой этот... как они называются? Забываю. Ой, какое ухо сделал, машаллах, от души. Это зызн. Так, мне нужна ревка с ушами, да, вот это вот. Не экстремистскую, а... Блин, как называются эти люди, у которых нелегальная, незарегистрированная религия, так сказать.
блин. Да, сектанты. Во. Секта, секта. Не-не, не путаешься, правильно, секта. Намана называется. На манаст. Чем на мане ты, тем на мане мир вокруг тебя. Тебе. На манде еще у них страна. Жды. Золото. Ушки, ушки, ушищи. Вилка, вилка, вилка. Ты моё. Ты моё. Ушко, ушко, ушко. Такс. Тут добавим, тут. Да, что произошло? Зараза. Этого не должно было случиться. Так, не делай больше. Баркала. Доту. Теперь это пораздуть еще разок. Теперь борщи в итоге. А на самом деле, знаешь, я хочу свою рекламку опять пустить на стриме. С моей группой ВК, которая была, слайд-шоу с Амбли, вот это вот прикольное. Я же деньги на нее потратил. Потратил. Уплачено было, уплачено. Да-да, с Алмой. Алмой. Блин, у меня как вот первый раз как это ухо сделал шикарно. Вот так у меня больше не получается.
то я делал стандартный кейс, может, поэтому мягенько было. Так, продолжаем. Теперь, что если взять и сразу, вот взять и сразу 200 разрешения, бабах! Мы такие раз все сгладили, у нас, короче, все гладко-гладко. Такие взяли и сразу, короче, сразу маху такие. Берем BTD, Trim Dynamic. Так вот здесь немножечко скулы делаем. Так вот. Вот ртовую полость как-то вот ротовая полость выпуклость тут так чуть тут нос вдавливаем сильно так брови ну, вот так тыква ответил интересно молчит тыква так немножечко сделаем пространство для глазниц для глазницы для глаз Insert. Кстати, уши, в принципе, мне нравятся. Извиняюсь, мне нравится. В принципе. Там можно кое-что исправить еще, конечно. Их можно будет. Я хочу их просто в отдельный файл сохранить и загружать снова и снова. Каждый раз были красивенькие ушки. Которые я сделал сам. О, кто-то ответил мне. Нет, никто не ответил. Так, этот чат открыт, все открыто, уши открыты. Insert sphere 3D. Scale down. Measure. Вот я хочу эти глаза тоже сделать несколько штук разных просто немножечко и все. Хитрые иноманные. Это хитрый взгляд. Но глаза должны быть больше, конечно.
Ну и чутка развернуть, если. Во-во-во-во, хорошо. Теперь чуть-чуть увеличим еще. Еще. Как-то сначала здесь надо маску снять. Так. Scale. Один. Так, все, отзеркалим, посмотрим, как оно там. Далековато друг от друга, далековато. Так, норм. Тут с этой стороны не норм. У меня опять нижняя века выступает. Одна из моих ошибок. Выступает на эстраде. А, смешно. Верхняя века должна быть. Должно чуть-чуть выступать или хотя бы на одном уровне быть. Так. Хотел делать ее хитрой, получилась злая женщина. Все это той складки. Скул, значит, куда-то сюда у нас поднимаются. Так вот идут. Чуть-чуть выбираем. Шипящая, как будто шипит, кшшш, делает кшшш. У него тут как будто тоже приподнято что-то. Давайте уберем это ощущение. Так. Так, с этим носом мы разберемся чуть попозже. Творю всякую хрень. Так, что мне глаза и уши слить? Так, уши я сохраню отдельно. Экспорт. OBG Ears. Так, и веки я тоже экспортну, наверное. Сейчас сделаю merge down.
Спорт. Айс. Так, теперь разделим их обратно. Теперь все это сольем. Почти все, кроме глаз, сольем воедино. Чуть-чуть больше разрешения, буквально там 250, наверное. Окей. Мне нравится. Так, я опять забыл одну мелочь. Но поправимую. Вот тут вот надо как-то вот на уменьшение делать. Брови чуть-чуть изменил, она сразу спокойнее стала, просто почти вся злость пропала, которая была в этом лице. Знаете, вот так вот, хи-хи-хи. А вот так вот. Пока оставим так, пока я волосы добавляю. Лоб, кстати, слишком жесткий. Жесткий лоб. И тут вот надбровные дуги сделаем ей. Чтобы выделялись вот это вот. Мы с Джалом смотрели компиляцию. Не. Просто из разных аниме персонажи някали. Не. Самое популярное это, конечно, самое популярное дня было в одном в другом видео. Которое я, наверное, никогда не найду. У Джалала в видеозаписях она была. Или у меня тоже было, кстати. А если просто ня введу, ня. Во! Ой, неко! Конечно, видео. Нараме 77 度の並びで、泣く泣くに泣く7半7台、難なく並べて長眺め。ニャニャメ77度の並びで、ニャクニャクイニャニャクニャニャ半ニャニャ台、ニャンニャク並べてニャガニャガメ。Блин, эта музыка какую-то депрессивную атмосферу дает. Давайте, ну, копирайт саунд, зачем веселое.
Поехали дальше, значит. Много времени трачу. Вроде у меня вид сбоку не был, а нет, вид сзади только. А вид сзади тоже сидит. Уши открыты. Это как один из крутых чуваков, который делает фигурки, скульпты фигурок. У него все запчасти тела, они, короче, до самого финала, до самого-самого финала, они раздельные, короче, не сшиты между собой. И у него вот тут вот на стыке шеи и головы, на вот на верхушке. Вот тут, если бы крышка была бы, вместо дырки, на крышке такой смайлик нарисован. Забавно. Да, блин, выбирайся, инструмент, алло, спасибо. Так. Ха! Что за песня? Ха! Пока так оставим. Теперь добавим ей... Наконец добавим ей нормальный нос. И губы.
такой свинюшки у нас получился. Вчера нормально все было. Сегодня нос покатился куда-то просто нос. Так, уже лучше. Никак врата Штайнера тоже не досмотрю. Врата ЖДХ, то есть. Так, ужас, 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 нос. Hey, how are you? Said that you was not here yesterday. I'm pretty proud of my yesterday work. You wasn't here yesterday, am I right? Yes, you wasn't, you wasn't. You wasn't. I am pretty proud of my yesterday work. For now, this work looking nice, yes. We will see how it goes, how it will go when I will finish it. By the way, I have not many time left. Так сделал, конечно. Так. Now I can sculpt lips. So, let's fix this, fix this. For viewers, from where? Oh,
I have cut A, cut B only. But I don't have what you said. Интересное лицо у меня получается, кстати говоря. Can you send me a link maybe somewhere, maybe email me portfreeman@email.ru. I'll send you my email. Даже брови рисовалось тепло. Light hidden, target polygon count. Хорошо, хорошо. Успехов. Okay, thanks a lot, Sam. I made this and... Oh.
О, уже пришла. Быстренько ты, быстренько. Окей, okay, I see it, thanks. So, what with this brush? B and A. Let's try. Maybe B. B. What it can do, maybe let's try to sculpt her lips. Something like pinch, something like this. Too sharp. Try A with low intensity on her lips. Okay, let's try. Wow, it's like a pinch. I could use a little bit more laser radius. It is okay, but a little bit too sharp. Need to smooth it out a little bit. So her eyelids, eyelashes. I don't remember how it's called. Don't blame me. By the way, are you using how it's called, f.looks program? It's setting up your monitor for nice settings, with nice settings to not hurt your eyes. Very useful program if you're working with in front of the monitor a lot of time, like me.
Use it. Your eyes will thank you later. Believe me. So, 9 p.m. Almost 10 p.m. here. I already like this. I like my work. Oh, let's try your brush. Lay your brush on her eyelids. Make it sharper. Great. And here. I forgot that I need to use zero measure here. I don't like not remeshed model. So let's duplicate it. Quick save. Duplicate. Hide everything. Except symbols and zero mesh is maximum target polygon count. And project one. Okay, let's divide it and project. Okay. I definitely like how she looks now. Oh, I'm finally, I think, leveled up. So this 15 days were worth it. And I will continue. I like how I did her now. I'm a little bit proud of myself now. Second day, I'm sculpting something not too bad, not as bad as this was a few days ago. I don't know what happened in that moment when I leveled up, but I think I did. Oh, message on Watch Me Work. Hello, Happy ZBrushing, you've been prepared with another streamer. Oh, hello, how are you? I'm almost done with my stream. Hi. Thanks. Can you hear me, or I don't know, I just
a little bit busy with my work. How can I type here? I'm great. Answer me. Can you hear me or not? In a few moments. Yes, you can hear me. Okay, I just can hear you if you're saying anything. What are you doing on your stream now? I see a little window open and watch me work. It's just my first paired stream. So. Stylized punk in ZBrush. Happy ZBrushing to you too. How long are you working in ZBrush? Ten years. Wow. I wish I have so much experience. It is my third year. 2.5 almost. I started in August. So when was it? 2016 maybe. I don't remember. Two and a half years. Thanks. I leveled up just yesterday. Before it was much worse. I don't know what happened, but now it looks not so bad as it was. I don't know why your stream is loading every time. Just sorry. I don't know why I can watch your stream. I'm from Russia. And you? Okay. Are you was invited in this service streaming or you found it by yourself? Mexico, nice. What time is it there? I'm not aware. I was not paired with someone in past because in America it is pretty early, and there is 10 p.m. here. It is night. Nowhere cold. There, snow was just yesterday. First big chunk of snow just fell down from the sky. What the weather there in Mexico? Warm? I'm pretty bad with geography. My sister and father are amazing in geography, but not me. Pretty warm for winter. There is
10 degrees maybe. Oh, no, not what I'm saying. It is something like zero. Shoulders a little bit too wide. I'm sculpting every day, 1 hour every day at 9 p.m. same time every day, and on 15 day or on 14 day I leveled up, I don't know how, and now I'm pretty happy about it. My sculpt don't look very awful, maybe because I learned how to sculpt stylized nose. But I'm pretty proud of myself that I'm working stable every day. I'm streaming 1 hour a day. Sculpt January. I heard about it, but I was not joining it. I just went on DeviantArt and asked everyone who wants a free request from me for 1 hour speed sculpt. So it's just, I made it in 1 hour. To be honest, I need to finish now, but it's going too well to finish it right now. So I'll just paint her eyes now and maybe add some hair lashes. And that's gonna be it. Can you show me your portfolio or something? My main work is jewelry 3D creating, but ZBrush is my passion. Good luck with that. I hope we will know each other more in the future, because I don't really know a lot of ZBrush artists. Are you working somewhere? Maybe I think you're freelancer if you on 1 p.m. Streaming from home. Let's paint her eyes. I'm thinking about company too, but it is there is no good company here in my city, and I don't want to leave my city. I have just two big family and all here. I don't want to leave this place. Of course, my dream job is maybe Blizzard Entertainment, but it's just too far away, and I never. Maybe one day I will be skilled to create something on a Blizzard level of quality, but not very soon. I see your concept. Are you going to create full body character in the same style as it painted?
great. Looking forward to see final result. Some time ago I forgot how to create a great looking stylized eyes. And it sucks. On Discord, can I find you on Discord? Watch more Discord. Okay, I colored her eyes, not nowhere bad. So let's rotate her eyes a little bit, and I will finish with her. So, said I have no time for her hair, but nobody likes sculpt hair. Hair is just pain in the ass every time. How can I say it? Eating all your time, and you have no guarantees that it will look fine. Okay, 1 hour speed sculpt, and I need to be finished right now, I think. And I'm pretty happy with the result, to be fair. Second time. What happened with this level up? I don't know. How is it happened? So you was streaming on Twitch. And Chris found you. To be honest, I lived watching work something like half year, maybe not half, almost a year ago. I lived because I could not stream. Time I was in calendar, and now I'm back my first day at Watch Me Work. Your first streaming here. Welcome. I was here maybe something like 1.5 year ago. На шее получилось ли на шее?
So am I happy with the result now? I don't know. I will just put this hair things on her in her hair and finish. Phil. Oh, I forgot. Ah, oh, okay, Phil. Хитро не получилось, но норм. Okay, that is. I finished, I think. Just need to smooth these things. That makes her a little bit older. Something bothering me here, I don't know what. I think I know. I need to push a little bit here. It's saving me every time. Okay, that's fine now. I hate about toy plastic. It can make nice eye material, but it always have different this specular points. I don't know how it's called in English. I just don't have a bridge. I don't know, I just don't know how to set up keyshot render. Shadow is pretty strange here. I catch you. I catch you.
Okay. Print screen and some cute renders. She looks nice. Thank you, old predatory. Thank you. Мне же что-то по дому носится, пипец, сегодня. So, are you working on commissions? I just don't know how much professionals. Oh, you finished the stream. Okay. I don't know if you hear. No, you're here. I just ask, is it your commission? Commission. The rev share? I don't know what it is. Okay. Last render, and I'm gonna go. I'm working a video game, and after it's on sale, I will get money. Oh, I understand. It is enthusiasm project. I have a jewelry portfolio, but I have a jewelry portfolio. I forgot, as always, I forgot to paint her eyes shadow. Oh, how dumb am I? How dumb am I? Much more better now. I'll send you my station. Thank you.
game. Second work, I'm happy with. So I'm gonna go now. Thank everybody who was here today. And thank you, Pebra, if I correctly. Pablo. You're Pebra here, but you're Pablo on Discord. Your station, okay. So, Pablo. Goodbye, Pablo. Thanks for being with me here. Have a good day.